Из-за коммунальной аварии движение по улице Гая и Ярошевского затруднено. По улицам течет полноводный ручей. Пока его устраняют, водителям рекомендуют избегать опасного перекрестка. Движение автотранспорта в районе аварии перекрыто. Водителям советуют выбирать маршрут по улице Революционной и Мичурина. Вода со снегом – сложное препятствие даже для специализированной техники. Убрать его полностью получится только, когда вода перестанет бить ключом. Над этим трудится бригада коммунальных служб. Как сообщают в самарских коммунальных системах, утечка на водоводе на улице Гая в районе 36-го дома произошла еще накануне вечером. Утром течь стала сильнее. От холодной воды отключили 7 домов. По словам жителей, перекресток Ярошевского и Гая часто привлекает внимание коммунальных служб. На этом перекрестке очень часто что-то роют. Может быть, это связано сейчас вот со строительством новых этих домов больших. Не хватает там мощности или что, я не знаю. То есть постоянно вот все лето здесь было разрыто. Ремонт на Гая планируют закончить до 5 вечера. Только за минувшую неделю в Самаре зафиксировано более 3 десятков аварий на водопроводных сетях. Евгения Белова, Владислав Манин. События.